Припаркованные у обочин автомобили мешают спецтехнике расчищать улицы Астаны от снега. В столичном акимате просят водителя учитывать габариты снегоуборочных машин. Хаотичная парковка часто не позволяет технике выехать либо убрать сугробы. Отмечу, ежедневно в Астане на уборку снега выезжают около 2000 машин, работает более 2500 человек. Зима в этом году аномально ранняя, но к капризам погоды в ТО «Астана» Тазалык, отвечающим за чистоту в городе, подготовились. Уже вывезено 250 тысяч кубов снега. Иногда техника, работающая на гидравлическом масле, не выдерживает крепких морозов. Но работу по очистке дорог не прекращают. В акимате заверили, что учитывают все пожелания астанчан. У нас очень много нареканий со стороны населения города о том, что при просыпке противогололедным материалом пескосолянной смесью получаются грязевые разводы. И вот для того, чтобы исключить эти грязевые разводы, мы в этом году в рамках пилотного проекта применяем, после долгих изучений, применяем противогололедный реагент «Айсмелт». Хлористый кальций, который он растворяет слой льда и превращает в рассол.